Данилит? Это правда? Что именно? То, что ты собрался уходить. Сколько мы с тобой уже делаем пилотный выпуск? Год. Объясни мне, пожалуйста. Какого черта ты собрался уходить? Да. И надеюсь, твои аргументы будут убедительны. Положи ножичек. Не положу. Ну положи. Нет. Сделаешь дырку обратно, не запломбируешь? Ну ладно. Ну, короче, это... Ну, я написал же, типа, что я, ну, типа, ухожу, да? И в тот день мне написало очень много людей. Ну, они, как ты, примерно так же, типа, зашли в хату. Сказали, ты чё, мразота, херел? Мы тут тебя смотрели. Я, ну, типа, я не знал, что у вас так много. Вы мне и в ВК написали, и в Инсте написали, и под тем видео на Ютубе тоже написали. И, как бы это... Как вам объяснить-то? В чем была причина? В общем, за последние дни, может, недели, на меня свалилось очень много всякой негативной херни. И вот в тот день, точнее, в ту ночь, когда я загружал этот ролик, все достигло такого пика, что, ну, что прям вот пиздец. И я просто не мог ничего делать. Но... Я выпустил этот видос, написал то, что я ухожу. Вы мне ответили то, что я еблан. Ну и я, короче, типа такой, подумал, что, ну, может быть, я просто уйду в отпуск. Пока проблемы не решатся. Но в тот вечер мне позвонил кое-кто, и те самые страшные семейные проблемы, по которым я загонялся, они приобрели настолько нелепый окрас, что я просто, блядь, сейчас сижу и не могу сдержать смех. Настолько все стало абсурдно. И типа, ну... Окей. Если что, то можешь ножичек как бы уже подбирать. Я не ухожу. Бля, охуительная история. Одна охуительная другой. То есть ты не уходишь, да? Нет, я не ухожу. Типа, ну, я делаю сейчас вот видео. Все в силе. Да, шоу будет, только название поменяем. То... На какое? Не знаю, типа что-нибудь, типа Dead Wave или Файлы смерти, или что-то такое там. Ну, что-то типа мрачное. Мне нравится. Лучше, чем говнари шоу. Ладно. Ах да. Если ты еще раз что-то подобное выкинешь, я возьму вот этот нож и... И? И надрежу на твоих ногах все. Что ты мне надрежешь? Ногти. И когда ты будешь надевать носки, они будут цепляться. Ах ты, ёбаный садист. Мы друг друга поняли. Короче, до встречи в следующих видео. Все, всем пока.